Як відомо, рух – це життя, а можливість рухатися щоденно нам забезпечують 230 суглобів, які виконують десятки тисяч найрізноманітніших наших завдань. А от яким чином зберегти здоров'я суглобів та всієї опорно-рухової системи? Про це сьогодні ми будемо говорити із лікарем-терапевтом, ревматологом, лікарем вищої категорії, лідером міжнародної компанії Coral Club Мариною Федоренко. Яківна Федоренко – професійний лікар із 17-річним стажем. У минулому викладач Одеського медичного університету. Має 6 медичних спеціальностей – терапія, кардіологія, ревматологія, ендокринологія та інші. У 41 рік вирішила кардинально змінити своє життя і розпочала роботу у компанії Coral Club. Нині у 61 рік один із найуспішніших лідерів міжнародної компанії. Має тисячі послідовників у багатьох країнах світу. Легендарний бізнес-тренер. Если исключить инфекционные паразитарные инфекции, то в принципе болезней нет. У нас внутри колоссальная система восстановления. Почему она не срабатывает регулярно? Потому что мы не создали условия. Достаточное количество качественной воды – раз. Убрать интоксикацию, паразитарную инфекцию – два. И дать правильный строительный материал. Это ответ на базовый биологический вопрос, что необходимо клетке. Вы себе не представляете, какое количество результатов мы получаем. Мой любимый результат, знаете какой? Что на сегодняшний день более 25 тысяч семей с хроническим бесплодием от 2 до 20 лет, где появились абсолютно здоровые дети. Обожаю коралловый клуб, наш Coral Club именно за это. Что есть возможность давать новую жизнь. Просто научить человека. Здесь ничего сложного, сверхъестественного нет. Это не спецлечение какой-то одной проблемы. Это воздействие на базовые законы. Марина Яківна, дуже рада вас вітати сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Добрий день. І я теж рада сьогодні бути в вашій студії і пообщатися зі всіми телезрителями 5-го каналу. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином зберегти здоров'я нашої опорно-рухової системи. І перше моє запитання буде стосуватися того, від чого ж все-таки залежить здоров'я та молодість наших суглобів, нашого хребта, нашої опорно-рухової системи. Очень большое количество проблем с опорно-двигательным аппаратом связаны практически с тремя большими группами вопросов. Первое – это инфекционные заболевания. Их много разных видов. И здесь главная стратегия – это вовремя обратиться к врачу. Вторая большая группа – это травмы. Ну и, наконец, главная и самая большая проблема – это наше питание. Мы знаем, что компания Coral Club пропонует очень много продуктов именно для здорового и правильного харчування. И я так думаю, что тут представлены продукты, которые спрямовані саме на здоровье нашей опорно-рухової системы. Можете нам про это рассказать? С большим удовольствием. И что важно помнить, клетки опорно-двигательного аппарата точно так же подвержены основным биологическим законам. Благодаря вашей передаче очень многие телезрители, я понимаю, уже сделали первые два шага в направлении, как узнать, что делать для здоровья. Первый шаг – это восстановление нормального водно-минерального обмена. Та программа детокса, о которой вы говорили. И почему это очень важно именно для опорно-двигательного аппарата? Дело в том, что за закисление мы платим костями. В течение дня мы неправильно питаемся, вредные привычки, стрессы, экология, и накапливаются кислые радикалы в нашем организме. Когда мы ложимся спать ночью, организм приводит все в порядок, и вымывая из костей кальций, щелочной элемент снова восстанавливает кислотно-щелочной баланс. И поэтому так важно пить правильную, качественную воду, ту, о которой говорили, Coral Mine – это волшебный продукт. Но с возрастом мы все равно какие-то остаточные такие явления закисления остаются, и нам нужно немножко больше. Я рекомендую всем, кто хочет сохранить надолго здоровым опорно-двигательный аппарат, после 40 лет регулярно, просто на ночь, ввести кальций Magic, который содержит самые важные минералы. Это кальций, магний, цинк, железо. Следующий шаг –
это глубокая очистка. Секрет нашего выживания в конкурентной борьбе с паразитами. Кто кого? Мы паразитов или они нас? Они пользуются химиорецепторами и забирают только натуральные, только лучшие витамины, минералы и обкрадывают нас. Поэтому программа «Коловада», которую мы проводим регулярно, каждый раз в полгода, это такая генеральная уборка в организме, но это еще и защита всего нашего организма и, в частности, опорно-двигательного аппарата. И на третьем этапе, что очень важно, это спецпитание для наших суставов, для нашего позвоночника. Каждый сустав представляет собой подвижное соединение. Две кости, покрытые хрящевой поверхностью, находятся в суставной сумке. И хрящи не имеют связи с кровеносной системой. Они питаются из внутрисуставной жидкости, которую продуцирует внутренний слой суставной сумки. И что же там продуцируется? Гиалуроновая кислота. Это поразительный продукт, который в состоянии удерживать воду. Чайная ложка может превратить 6 литров воды в гель. Во время быстрого роста или во время каких-то болезней, от многих медикаментов, мы начинаем терять гиалуроновую кислоту. Она вообще с возрастом после 25 лет ее становится все меньше. После 40 практически в 2 раза меньше. И мы умеем это определять. Первые морщины о чем говорит? О том, что в организме стало меньше гиалуроновой кислоты, нет вот этой упругости кожи. Но точно так же то, что не видно внутри сустава, теряется упругость хряща, и происходят драматические события. Амортизация не срабатывает, хрящевые поверхности начинают тереться, и у нас появляется боль, и у нас появляются изменения. Я хочу вам представить революционный продукт, это большое открытие и замечательный продукт для каждого, кто хочет долго оставаться молодым, с гибким телом, с прекрасно работающими суставами. Это хондропротектор. Называется это белурон, это открытие немецких ученых, и он содержит два составляющих вещества – гиалуроновую кислоту и хондроитинсульфат. То есть строительный материал хряща и продукт, который удерживает воду. Вообще-то женщины отлично знают, что такое гиалуроновая кислота, когда они приходят к косметологу, как убрать морщины, вкалывается гиалуроновая кислота, и снова молодое красивое лицо. Правда, через какое-то время нужно снова повторять эту процедуру. А вот в суставы делать внутрисуставные уколы, такая технология есть. К сожалению, во-первых, это небезопасно, можно внести инфекцию, во-вторых, это больно, малоприятно. И это только один сустав. Но если вы пьете гиалуроновую кислоту, это работает на весь ваш организм, и на суставы, и на межпозвоночные диски, и на вашу кожу, и на глазное яблоко. Вопрос только в одном. Гиалуроновая кислота – это огромная молекула, и она расщепляется в желудке. Так вот, каким образом сделать так, чтобы она снова соединилась, достроилась? Вот это и есть открытие немецких ученых. И что происходит в суставе? Первое, заменяется внутрисуставная жидкость. Но что гораздо важнее, она стимулирует выработку собственной. И благодаря этому не нужно пить это постоянно. Несколько раз в год вы проводите курс белурона для себя. Маленькая рюмочка очень вкусного напитка с утра. Проходит некоторое время, и вы начинаете чувствовать, что скованность суставов прошла, что вы можете не только подниматься по лестнице, но и спускаться. Одно из самых сложных действий для людей с артрозами. Ну и что касается хондроитинсульфата, он помогает достроить свой хрящ, снова его сделать из тоненькой губочки, снова достаточного объема, и снова наши суставы молодые и красивые. Ну и еще несколько слов, давайте я завершу. У нас есть такой продукт Флексикор. Это капсульная форма. Это строительный материал. Здесь и витамин С, и хондроитинсульфат, не гиалуроновая кислота, а ее предпроизводные, да? Еще один продукт, о котором хочется непременно рассказать, это органическая сера, МСМ. Это очень важный продукт вообще для жизни человека, потому что сера сшивает коллагеновые волокна в плотную эластичную ткань. Кроме того, сера еще и оказывает обеззараживающее действие в нашей крови. Заботьтесь о своих суставах, господа. Это лично ваше здоровье. Сделайте все для того, чтобы
Ваша жизнь приносила вам удовольствие, а не страдания. За это ответственны именно вы. Ну що ж, Марина Яківна, я дуже вам дякую за те, що сьогодні ви були з нами, поділилися цією дійсно цінною, важливою інформацією. І продовжую нашу програму. Рубрика «Зміни себе за 90 днів» від міжнародної компанії Coral Club. Дізнавшись про проект «Зміни себе за 90 днів» від компанії Coral Club, відомий комік та сценарист Рома Романовський вирішив не зволікати, а терміново долучатися. Ну, я вже люблю, у которых 90 кілограмів, я не щасливий. У мене 143. Я теж щаслив, но не так комфортно себя чувствую, как мне хотелось бы. Я очень много в себе чего пытался поменять. Я делал что-то неправильно. Надеюсь, благодаря этому проекту я пойму, как это делать правильно. Благодаря специалистам, благодаря консультациям. Я думаю, что я пойму, как это делается. Рома Романовський, 35 років, автор і сценарист компанії GB Event by Квартал 95, учасник шоу «Ліга сміху», розсміши коміка, фронтмен криворізької команди «Генерали РК». За умовами проекту фахівець Coral Club визначає мету участі у проєкті та проводить заміри. Вага – 143 кілограми, відсоток жирової маси – 36. Ну що ж, є над чим працювати, визнає учасник. Роман, 143 кілограми. Скажіть, ви постійно з таким весом? Або все-таки він недавно у вас? Та ні, ну я вже... Ну, много лет, ну, не с таким весом, конечно, но где-то там 120 килограмм, 125, мне было комфортно. Сейчас чуть добавил, не очень комфортно. 20 килограмм. Ну да, чуть-чуть добавил. А скажите, какой образ жизни вы ведете? Потому что, вот, я думаю, наши телезрители сразу подумают, что вы с утра до вечера что-то кушаете, любите сладенькое, пьете много пива. Вот почему у вас такой вес? Судя по мне, то вид жизни у меня сидячий. Ну, такой больше лежачий, наверное. Нет, шутка, конечно. То есть я поняла, что у вас просто сидячий образ жизни, еды у вас немного. Немного еды. Еды, как у обычного человека. Не больше, чем любой другой. Ну, я могу это тоже подтвердить, потому что мы с вами уже беседовали, да? Мы с вами деле... ели вместе, да? На самом деле вы питаетесь очень, будем говорить, нормально, но вес у вас, наоборот, набирается. О чем это говорит? Что есть очень серьезные проблемы. И программа у вас будет немножко не такая, как у нас у всех участников, она у вас будет немножко посложнее. Наша цель, чтобы вы снижали вес, но ни в коем случае не быстро. Поэтому начнем мы с Coral Detox и начнем мы с серьезной антипаразитарной программы, которую вы будете использовать приблизительно 3 недели. Цель наша – сделать так, чтобы вы могли пропить вот эту очистку коловада, потому что вот на ней, я думаю, что мы получим самые эффективные результаты. Ну, я надеюсь, что для меня ничего тяжелого не будет, что я оптимист. Мне кажется, что все возможно. Мне посоветовали правильно питаться, посоветовали то, что нельзя кушать. Физические нагрузки, естественно, ходьба, бег трусцой или галопом. Не знаю, я выберу там уже, как будет.